Около 150 заявок на дальневосточный гектар одобрено в Приморье. В ближайшее время с каждым заявителем заключат договор на пользование участком. Как отмечают в Департаменте земельных и имущественных отношений, большинство участков планируют использовать под ведение личного подсобного хозяйства, предпринимательства и малоэтажного строительства. Поступают даже коллективные заявки. Инициативная группа предоставила на Восточном экономическом форуме проект создания населенного пункта. Заниматься там будут пчеловодством и сельским хозяйством. Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня текущего года. С этого дня участок в 1 гектар в Ханкайском районе получают только жители Дальнего Востока. Уже с 1 октября будет предоставляться земля на территории всего Приморского края. А с 1 февраля следующего года на гектар в Приморье сможет претендовать любой житель страны. Подать заявление на участок можно на сайте nadalnyvostok.rf, а с 1 октября и в многофункциональном центре.